Привет всем подписчикам и просто зрителям канала Кузница Гефунд. Сегодня будем делать пенек под наковальню из этих вот дров в нашей маленькой столярке. Сначала мы их отстрогаем, потом склеим и посмотрим, что у нас получится. Вот мы отстрогали наши бруски. Такая высота пенька. Сейчас пойдем клеить. Вот склеил я бруски под мой пенек. Стянул все струбцинами со всех сторон. Клей выжился. Клея вот таким вот клеем. И типа титана. 420 грамм бутылка. Пол бутылки ушло. 135 рублей в наших магазинах. Жду 2 дня. Там разбалчиваюсь. Смотрю, что получилось. Вот пенек наш высох. Не стал я ждать 2 дня. Хватило суток. Ночи, короче. Сейчас разболтаем его и посмотрим, что у нас получилось. Такой пенек получился размер 28 37 32 48. Такой пенек, такой весит сейчас со всех по всему периметру, вот так уголком внизу и так, и вот так снизу сверху. И посмотрим, что получится. Вот такой пенек в процессе получается. Внизу по периметру я обнес полосой 44. Сверху уголок четвершный. Все это дело прикрутил на саморезах. Концы обварил. И сверху и снизу бруски я помазал отработкой. Снизу еще приколотил резиновые пятаки на дно. Вот такой пенек получается. Сейчас будем ставить наковальню и посмотрим, что получится. Поставил наковальню на пенек. Обварил по периметру 4-м уголком. Все концы заварил. Приварил кольца под молотки и кувалды. Вот получился такой пенек. Наковальня 95 килограмм. Вот можно сравнить с пеньком рядом. Бетонный пенек, залитый в форму. В процессе кольца доварю, покрашу в такой же синий цвет. Вот такой вот пенек получился. Кому было полезно видео, подписываемся на канал. Кому было что непонятно, задаем вопросы в комментариях. Всем пока. Кузница Гефунд.